Друзья, всем привет. Всем приветище. Смотрите, какой тут у нас круассанчик. И ты, чудо рыжее. Спит. Рыженькая. Маленькое чудо. Опять эта трава цепляется. Руди. Привет. Хорошо тут ему. Прохладненько. Да? Давай почухай, давай. В мордаху ставит свою. Выспался на свежем воздухе. Сейчас где-то около 20 градусов. Пойдешь? Так какой там проснуться не может. Вот такой лапки свернул до кучи. Будь здоров. Ну ладно. Спи-ка сегодня. Мы пойдем пройдемся. Лягухи на месте. Так, друзья, ну что, последний день лета. Завтра уже осень. О, какие помеи. Вот утром они только распускаются. А дальше все. Так. Птицелов наш бежит и крысолов. Сымечек. Привет, кот. Заходите. Что-то он не в настроении. Ну ладненько. Побежал. Косолапый. Идем. Идем. Пройдемся. Так, сегодня у нас день полива. Ну, я не знаю даже. Зараза. А ну, брысься с моей груши. Вот это одна грушка, такая она маленькая-маленькая. Талгарочка. Хорошо на улице, прохладненько. Так, надо будет хоть одно яблоко вам показать, разрезать. А то не падает, видите, оно портится на дереве. Вот это все от жары. Прибежали. Ждешь штуки алкучие. Так, сейчас мы вот это все дело польем. Наши огурчики нам будут подкормить, наверное, немного. О, какой уже. Класс. Ну, не, рыжий. Не пропустил нашу прогулочку утреннюю. Тоже остатки сна раструсить решил. И опять улегся. Ты чудо рыжая. Пойдем. Мягенький такой. Как кролик. Здесь у нас прямо уж очень свежо. И паутины пауки наплели. Кошмар заросло. Здесь были одни пеньки. Тогда, когда газ отрубили, я что все попилил. Все деревья поубирал. Ну, а сейчас вот опять они. Им никакая жара, ничего не страшно. Ну, сорные деревья. Ну, я ты кисюня. Хе-хе, ты, ну, ты круассанчик. Войдем. Ай, что-то нос чешется. Ух ты. Пахнет классно. Такие нежненькие цветочки, но пахнут хорошо. Поскакал, как заяц. Да, 2 сентября, начало учебного года. У деток. Помню, да, было. Думаю, елки-палки, как долго вот эти 10 лет длились. Я заканчивал 10 лет. Сейчас уже, кажется, они так быстро пролетели. Обалдеть. Вот так вот немножко у нас на небе облаков красивых. А вот наш караван лебединый плывет. Интересно. Все равно пищат. Вон там мамка. Вот там в кустах.
Идите, идите сюда, плывите. Слышите, как они пищат? Трава упала на дно. Ну что? Пищалки. Один, наверное, с мамкой там в кустах. Вот такое. Красавцы. Выходишь на озеро, а тут вот такое чудо. Такие большие уже, а пищат как маленькие. Видите, они стоят на дне. Настолько мелко. Они его перетирают в пыль, хлеб. А ты куда это собрался? Или собралась? Ну, какое. Ой, господи, какая красота. Так, еще кусочек. И хватит. И хватит. Ну, то я немножко собакину оставлю, чтобы он не обиделся. Он, видите, как он роголистник кушает хорошо. Ладно, лебедушки. Наверное, самый любимка с мамкой остался. Или с папкой. Пока, лебеди. Мой собакин. Молодец. Держи тебе кусочек. Вот так вот лапками зажали кусочек и кушаем. И рыжий там носится по деревьям. Рудик, а тебя что тут? А, то он проснулся, у него энергии много. Да, энергайзер. А там вкусняшку надо кушать. Пойдешь? Ага. Идем. Так, забрали рыжего, усадили на руки. И идем. Идем чай гонять. Сегодня буду, правда, чай пить холодный. Вчера специально заварил. 1,7 литра у меня стеклянный чайничек есть. И туда 2 пакетика чая и кусочек лимона. Немножко сахарку остыл и в холодильник. Рыжий испугался. И сейчас с холодильника холодный чай. Как вот в бутылочках есть. Липтон или как он. Не знаю, что за. Ну, разных много. Он такой чуть-чуть в меру сладкий. Слегка пахнет лимоном. Рыжего колбасит. Ты. И такой он хорошо тонизирует и утоляет жажду. Всем, друзья, хороших выходного дня, хорошего субботы. Всем мира, добра. Всем спасибо огромное. Остаемся на связи. Всем пока.